Президент направил телеграмму поздравления председателю Китайской Народной Республики Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Си Цзиньпиня с 75-летием образования КНР. Глава государства отметил, что сотрудничество между странами динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства. Президент выразил уверенность, что отношения будут и впредь укрепляться на благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпиню успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая процветания и благополучия.